Дируны без яиц приготовить совсем просто. Правда, надо будет все делать быстро, так как картошка пустит сок. Дируны без яиц надо жарить на горячем масле, натерев довольно крупно на терке. Приступаем. Как приготовить дируны без яиц? 1. Почистите картошку. Список ингредиентов в конце видео. Подписывайтесь и ставьте лайки. А теперь ингредиенты. Картошка 7-9 штук, мука 3-4 столовые ложек, соль, перец по вкусу, зелень свежая по вкусу, масло растительное 1/2-3/4 стакана, количество порций 3-4. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Заходите на канал снова, котятки.